Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам Jaguar F-Pace 2016 года выпуска. Выражаю благодарность автосалону Transtest Service Jaguar Land Rover за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля, а также заведем двигатель, послушаем его звучание, откроем капот и багажник. Вот такие ключи. Также здесь установлен предпусковой обогреватель с завода. Давайте начнем. Данный автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Чтобы его закрыть, в этой области находится сенсор. Зеркала автоматически складываются, и чтобы открыть, здесь также сенсор. Все очень просто. В этом автомобиле установлено 10 подушек безопасности, черный кожаный салон. Потрясающий интерьер Jaguar. Замечательно. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и затем вот на эту кнопку. Кстати, она пульсирует, как сердце. Очень эффектное решение. У нас дизельная версия. Трехспицевый кожаный мультируль. Довольно легкий руль здесь установлен. Гидроусилитель руля с переменным усилием. Рулевая колонка имеет электропривод. Регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет большие углы хода. Кстати, учитывая, что это дизельный силовой агрегат, не так уж много вибраций проникает в салон автомобиля. Здесь установлен датчик света и датчик дождя сейчас. Давайте включим фары. Противотуманные фары и противотуманный фонарь, также дальний свет фар. Как обычно, аварийная сигнализация. Электрорегулируемые зеркала. Это они огромные, все зоны отлично просматриваются. Имеется электропривод складывания, как их сложить. Необходимо зажать вот эти две кнопки. Все четыре стекла здесь полностью автоматические, в одно касание опускаются и поднимаются. Задние стекла. Они опускаются почти до конца. Блокировка стекол. Соответственно, детский замок. Три позиции памяти на сиденье водителя и на рулевую колонку. Центральный замок. Практически бесшумный. Очень элегантные ручки. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Установлена панорамная крыша, хромированная окантовка дверных рамок, антенна в виде акулевого плавника, декоративный спойлер, интегрированный диодный стоп-сигнал. Очень красивые задние диодные фонари. Диодная подсветка номерных знаков, камера заднего вида.
задние датчики парковки, противотуманный фонарь, раздвоенный выход, проушина для буксировки, многоспицевые диски из легкого сплава 19 дюймов, размер шин 255 на 55. Впервые Jaguar F-Pace был представлен на североамериканском международном автосалоне в Детройте в январе 2015 года. Затем также на франкфуртском автосалоне в сентябре того же года. Продажи начались в апреле 2016 года. В России автомобиль в продаже с лета 2016 года по цене от 3 миллионов 193 тысяч рублей. Комплектация Pure и комплектация First Edition стоит 5 миллионов 480 тысяч рублей. Кстати, F-Pace тестировался в условиях пустынь Аравийского полуострова, где непосредственно в салоне температура может повышаться до плюс 70 градусов по Цельсию. Что касается технической составляющей, то действительный дизельный двигатель с турбонаддувом, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, непосредственный впрыск топлива, соответствие экологическим требованиям Евро-6, расположение двигателя, переднее, продольное. Дизельные силовые агрегаты объем 2 литра, мощность 180 лошадиных сил и 3 литра, мощность 300 лошадиных сил. Бензиновые силовые агрегаты 3 литра, различная степень форсировки 340 лошадиных сил и 380 лошадиных сил. Здесь установлен двигатель 2 литра, мощность 180 лошадиных сил, крутящий момент 430 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 208 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 8,7. Расход топлива в городском цикле это 6,2 на 100 км пути и в загородном цикле 4,7. Объем топливного бака составляет 60 литров. Привод полный, тип передней подвески независимая, пружинная, двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза дисковые. Клиренс 213 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1775 кг, полная масса 2460 кг. Объем багажного отделения составляет 650 литров. Длина данного автомобиля составляет 4731 мм, ширина 1936 мм, высота 1652 мм и колесная база 2874 мм. Сборка данного автомобиля осуществляется в Великобритании. Гарантия производителя 3 года, независимо от пробега. А вообще меню мультимедийной системы Jaguar F-Pace располагает сугубо гоночными цифровыми настройками. Имеется таймер положения дроссельной заслонки, текущие, боковые и фронтальные перегрузки. Имеется система Adaptive Surface Response и Adaptive Dynamics. Последняя, кстати, отслеживает колебания кузова 100 раз в секунду, а движение колес 500 раз в секунду. Она постоянно меняет степень жесткости ходовой части. Полный привод, подключаемый, высокоинтеллектуальный, с изменяемым вектором тяги от F-Type. Мне, как любителю гаджетов, очень понравилась система InControl Touch Pro. Она построена на 4-ядерном процессоре, накопитель на 60 ГБ имеется. Сенсорный дисплей, диагональ 10,2, точка доступа Wi-Fi имеется, до 8 устройств можно подключить, есть браузер отдельный, приборная панель, 12-дюймовый дисплей, выглядит шикарно. На свой вкус вы можете настраивать 4 варианта панели. Панель может быть экраном навигатора, имеется проекция на лобовое стекло, лазерные технологии HUD-UP дисплея, за доплату доступен DVD-проигрыватель, HDMI-разъем и аудиосистема с 11 динамиками. И да, самое интересное, если у вас европейская версия и ремкомплект в багажнике, то объем составляет 650 литров. Для России с запаской в виде докатки объем составляет 508 литров. Кстати, диски в топовой версии 22 дюйма ковка.
В этом автомобиле очень много различных технологий, светодиодные адаптивные фары по умолчанию Big Xenon, как в нашем исполнении. Доп. Оборудование на F-Pace можно заказывать по отдельности или пакетно. Светодиодные фонари, камеры и радары, которые следят за дорожной разметкой и знаками. Они определяют расстояние до впереди идущего автомобиля. Очень полезные системы. Jaguar F-Pace построен на модульной платформе IQ, платформа от XE и XF, передняя подвеска от F-Type. Кузов состоит на 80% из алюминия, остальные 20% это магниевый сплав. Из него сделана поперечная балка и крепление радиатора. Части пола из высокопрочной стали, а также двери из композитных материалов, выполнена крышка багажника. В конструкции использовано 2617 самопроникающих заклепок, 72 метра монтажного клея и 566 сварных точек. По жесткости накручения кузов кроссовера сопоставим с седаном XF. Сами британцы сравнивают этот автомобиль с Porsche Macanом. Кстати, алюминиевая подвеска двухрычажная защищена от ударов на бездорожье, а также от грязи и пыли. Задняя подвеска у Jaguar F-Pace многорычажная, так называемая Integral Link. У Jaguar F-Pace имеется система ISPC, что-то вроде внедорожного круиз-контроля. Она позволяет поддерживать постоянную низкую скорость кролл-контрол на Toyota. Коэффициент аэродинамического сопротивления данного автомобиля составляет 0,34. Очень хороший показатель в своем классе. Все модификации Jaguar F-Pace с полным приводом и автоматом фирмы ZF. Хотя в Европе есть заднеприводные кроссоверы с механикой. Красивый и удобный салон портит козырек панели приборов из очень скрипучей пластмассы. Jaguar нуждается в лучшем. Все блокировки дифференциалов имеют тормозные вторжения и систему стабилизации можно полностью отключить в этом автомобиле.
Итак, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. В этом автомобиле установлен отличный уплотнитель. С каким звуком закрываются двери? Глухой хлопок. Вставки под дерево. Динамики аудиосистемы Меридиан. Вещевой отсек. Мягкий кожаный подлокотник. Рекомендации по давлению в шинах. Алюминиевые накладки на порогах с надписью Jaguar с подсветкой. Предупреждение. Электропривод для водительского сидения. Стандартно продольные регулировки по высоте спинка сидения. Притом диапазон регулировок очень широкий. Удобное кресло, длинная подушка сидения, развитая боковая поддержка, регулируемые подголовники, ремни безопасности. Педальный узел с подсветкой. Регулирование яркости подсветки приборов. Система слежения за разметкой и электропривод крышки багажника. Вставки глянцевый пластик, очень элегантно смотрятся. Практически на каждом элементе, даже на дефлекторах, надпись Jaguar. Массивная ручка. Сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя. Отличный тяговитый дизель. Замечательно просто. Управление светом и поворотниками, а также бортовой компьютер. И этот автомобиль имеет пробег 2414 километров. Поездка А и поездка Б. Средняя скорость, текущий расход топлива, средний расход топлива. Сейчас он неправильный. Сколько осталось до заправки до пустого бака? Соответственно, ускорение, торможение. Выводится вся информация. Замечательно просто. И управление стеклоочистителями, в том числе задним.
подрулевые лепестки переключения передач, минус, соответственно, отщелкиваете передача ниже и плюс передача выше. Все очень просто. В этом автомобиле установлен подогрев руля, незаменимая вещь, особенно зимой. Обод руля очень быстро нагревается. Здесь установлен круиз-контроль, активация для круиз-контроля, лимит, видите. Выставляете скорость. Управление для телефона, различные режимы, голосовые команды и управление непосредственно для аудиосистемы. Сейчас попробуем голосовое управление. Больше команд. Пожалуйста, выберите вариант. Команды телефона. Произнесите команду телефона. Отмена. Непонятно. Произнесите команду телефона. Повторить вызов. Телефонная гарнитура не подключена. Вот в таком режиме выводятся непосредственно голосовые команды. Очень даже неплохо. И вот здесь у нас орган управления для дисплея. Настройки для дисплея, как видите. Здесь у нас информационная панель, аудиосистема, логотип или часы будут находиться. Замечательно. Затем это тема. Техническая, графическая, так далее. Карта. Отображение для карты. Как видите, меняется дисплей. Все можно сконфигурировать. Великолепно. Температура. Цельсий, Фаренгейт. Подсветка. Активация для подсветки. Цифровой спидометр. Мили и километры. Настройки для языка. Здесь, я думаю, все понятно. Вот такой дисплей. Очень интересный. Маршрутный компьютер. Данные поездки. Можно ввести всю необходимую информацию. Поездка А, поездка Б, единица измерения и так далее. Помощь водителю. Как видите, информация о препятствии впереди. Предупреждение об усталости. И настройки для дисплея. Информация по аудиосистеме, источник. Предупреждение выводить. Подушка безопасности. Функция комфорта. В общем, довольно интересное меню. Все можно под себя индивидуально настроить. Замечательно. Качество отделочных материалов и по качеству сборки. Здесь все на премиум уровне. Безукоризненное сочетание пластика. Все материалы очень приятные на ощупь. Итак, друзья, Jaguar F-Pace. Невероятно красивый автомобиль, по моему мнению, как внутри, так и снаружи. Он притягивает своей роскошью, своим аристократизмом. В каждой детали чувствуется проработанность, качество. Хотя, конечно, есть некоторые элементы, вот, допустим, даже этот центральный козырек, он из жесткого пластика. Хотелось бы видеть мягкий пластик, либо же, чтобы все эти элементы были затянуты, как минимум, в мягкую кожу. Я думаю, что парни из Jaguar взяли правильный вектор развития в своем сегменте. Они еще добьются успеха определенно. А кто им в этом поможет? Парни из Land Rover. Все у них будет замечательно, я считаю. Продукт получился очень свежим, интересным. Единственный момент – это цена. Но Jaguar, он никогда не был дешевым, тем более в обслуживании. И тем более уж после гарантийного обслуживания. В целом, очень амбициозный получился продукт внутри и снаружи. Чувство защищенности он вам дарит. Мне понравилось, как здесь все оформлено, вообще весь кокпит, как вы
сидите в этом автомобиле, у вас все практически, каждый элемент этого автомобиля настраивает на спортивный лад, на спортивную манеру, и мне это очень нравится. Еще я бы хотел упомянуть здесь про высокую посадку, практически как, наверное, на Range Rover Evoque. Также мне понравилась безумно вот эта панорамная крыша стеклянная. Есть электролюк. Вообще то, что автомобиль легкий, по сути. Здесь композитные материалы применяются, алюминий по кузову. Подвеска очень хорошо настроена, грамотно сбалансирована. В общем, этот автомобиль дарит вам эксклюзивность. Вас будут замечать на дороге, если вы хотите как-то выйти из серой массы. Это ваш вариант. Этот автомобиль будет сам говорить за себя. Поэтому очень даже рекомендую. Продукт стоящий, очень стоящий. Глянцевый пластик, все прекрасно гармонирует. Огромный экран, тачскрин. Это у нас основное меню. Соответственно, информация по аудиосистеме, управление для телефона, климатическая система. Здесь у нас находится навигация, ИК-данные, камеры, InControl App. Автомобиль поддерживает Android Auto и, соответственно, Apple CarPlay. В веб-браузере имеется сиденье, настройка, контакты. Затем голосовые команды, Bluetooth, климат с таймером, функция о типе поверхности. Давайте все детально просмотрим. Информация по аудиосистеме. Кстати, как звучит, очень даже неплохо. Различные настройки, информация по климатической системе. Здесь установлен двухзонный автоматический климат-контроль, информация по телефону, информация по навигации. Как видите, все очень легко использовать. Кстати, для такого дисплея очень четкая графика, видите, все очень детально проработано. Замечательно просто. Зум для карты. Здесь стоит улучшенный процессор. Замечательно. ИК-данные. Как видите, здесь у нас показатели экономичности. Экономия топлива, история, соответственно, здесь установлена камера заднего вида. Кстати, графика потрясающая. InControl Apps. Как видите, здесь есть вход HDMI, USB для сим-карты и розетка. Они находятся в подлокотнике. Попозже я их вам продемонстрирую. Веб-браузер имеется. Замечательно. Вход в систему. Здесь у нас погода, обновления различные. Сидение, температура. Настройка для температуры. Контакты. Отлично просто. Подогрев для сидений.
затем это голосовое управление, руководство по обучению, голосовые теги, Bluetooth, климат с таймером, функция о типе поверхности, распределение момента, как видите, здесь все указано. Замечательно. Здесь у нас основные настройки для системы, все настройки, как видите, общие, дисплей, время, дата. Официальная информация. Язык и клавиатура. Настройки для аудиосистемы. Низкие и высокие частоты. Баланс, как видите. Подключение датчиков в парковке. В общем, довольно интересное меню. Все очень легко использовать. Замечательно просто. Как я уже упоминал, в этом автомобиле установлен двухзонный автоматический климат-контроль. Регулировка для температуры. Притом она имеет ход в 0.5 градуса. Как видите. Притом по тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки сделаны с временным усилием, к ним приятно прикасаться. Рециркуляция, электрообогрев лобового стекла, задний обогрев стекла, синхронизация. У вас индивидуальные настройки будут для температуры, регулировка потока воздуха, различные зоны, ноги, лицо и так далее. Подогрев для сидений, автоматический режим, кондиционер, температура для пассажира, для загрузки диска, включение, отключение мультимедийной системы, прибавить и убавить звук. Здесь у нас вещевой отсек, такой прорезиненный коврик, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, режим реверс, такая шайба интересная, камера заднего вида, отображаются линии парковки, они у нас подвижные, они показывают вам наиболее правильную траекторию для парковки, притом зеркала заднего вида для удобства парковки также опускаются. Замечательно. Отображается пиктограмма под датчиком парковки. Здесь также все можно сконфигурировать дополнительно. Великолепно. Режим нейтраль, драйв, режим S, спортивный. Замечательно просто. Отключение системы автостарт-стоп, она существенно помогает вам экономить топливо. Здесь у нас режимы различные: ЭКО, нормальный режим, динамический режим ЭКО и, соответственно, режим дождь, лед и снег. Отключение системы динамической стабилизации. Давайте еще раз это все просмотрим. Режим дождь, лед и снег, режим ЭКО, нормальный режим и динамический режим. И отключение системы динамической стабилизации, Traction Control. Здесь у нас два подстаканника находятся. Электронный стояночный тормоз. Чтобы его активировать, нужно потянуть на себя. Чтобы его снять, нужно на него нажать. Соответственно, заблаговременно нажав на тормоз. Все очень легко. Мягкий кожаный подлокотник. Входы у нас имеются для сим-карты, розетка, вход HDMI и два USB входа. Сейчас я соединил флешку. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, датчики объема, диодная подсветка сенсорная. Видите? Замечательно. SOS кнопка. Помощь на дорогах, соответственно, здесь. Связь с оператором, контейнер для очков, он обит тканью, шторка сдвигается, солнцезащитная панорамная крыша здесь установлена. Замечательно.
электролюк, выдвигается дефлектор. Микрофоны для hands-free, макияжные зеркала, диодная подсветка, держатель для карт, поручни утоплены в крышу. Великолепно. Для меня еще один очень интересный момент – это разметка до 300. Наверное, инженеры из Jaguar показывают свою амбициозность в некотором плане. Этот автомобиль дарит вам глубокое чувство защищенности. Сидишь как в крепости, это как кокпит практически. Несмотря на то, что это кроссовер, ощущается как спортивный автомобиль. Дизайнеры и инженеры из Jaguar очень хорошо постарались, довольно кропотливо здесь все настроили, провели тщательную доработку. Мне этот автомобиль лично очень-очень даже понравился. Лично меня очень порадовал автозапуск уже заводской. Притом, если мне не изменяет память, можно выставлять по таймеру. Аудиосистема Meridian, 11 динамиков. Меломанов точно она порадует. Как внутри, так и снаружи этот автомобиль не вызывает нареканий. Нет каких-то здесь противоречий. Все очень собрано. По ходу теста мне понравилась подвеска, практически настроенная как на спортивном автомобиле. Рулевое управление, очень цепкие, хваткие тормоза. Огромный крутящий момент у этого дизеля. Шумоизоляция на высоте. Я считаю, что этот автомобиль полностью и всецело пропитан духом аристократичности. Кстати, еще в настройках нашел вот такое очень интересное меню, настройки главного меню. Здесь можно поменять обои. Замечательно просто. Jaguar F-Pace очень меня порадовал. Получился более чем достойный продукт. Что касается настроек для подсветки. Как видите, в различных режимах. Вот так все выглядит. Великолепно. Режимы для карты 2D, 3D, дорожное движение, видите адрес, видите поиск. Доставлено пункты назначения, избранные, общие, недавние и так далее. Предлагаю переместиться на второй ряд сидений.
Давайте возьмем ключи. Кстати, кому интересно, кнопки закрытия и открытия автомобиля, электропривод для крышки багажника, соответственно, приветственные огни у нас кнопка и кнопка поиска автомобиля. Второй ряд сидений. Не забывайте, здесь установлен детский замок, фиксатор два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Мягкий кожаный подлокотник. Динамики аудиосистемы. Второй ряд сидений легко складывается. Регулируемые головники. Предусмотрена система ISOFIX, вещевые сетки. В прямом росте в 188 см, сколько еще места в ногах остается. Я сел сам за собой. И над головой еще, в принципе, достаточно. Но все-таки чувствуется, что съедает полезное пространство. Это потрясающая панорамная крыша. У нас находится диодная подсветка, очень яркая. Великолепный интерьер Jaguar F-Pace. Дефлекторы вентиляции для второго ряда, также с надписью Jaguar. Кстати, автомобиль может быть с четырехзонным климат-контролем. Вот здесь у нас вход USB. Два входа USB и розетка. Огромный центральный тоннель. Откидной центральный подлокотник. Мягкие два подстаканника. Замечательно. Обзорность назад все-таки не очень. Поэтому спасает камера заднего вида и датчики парковки. Замечательный второй ряд сидений, в меру мягкий и в меру жесткий. Золотая середина. Теперь я предлагаю взглянуть на вместительно багажное отделение этого автомобиля. Кстати, геометрия посадки очень продуманная. Электропривод крышки багажника. Она высоко поднимается. Подсветка для того, чтобы откинуть спинки второго ряда. Здесь удобные фиксаторы. Розетка на 12 вольт.
крючки для крепления сетки. Здесь у нас находится докатка, домкраты, инструменты, небольшой багажник, две удобные ручки, чтобы закрыть крышку багажника. Один раз нажимаете на эту кнопку. Ключок бензобака. Друзья, Jaguar F-Pace. Что мне лично понравилось в этом автомобиле? Это, безусловно, качество отделочных материалов и качество сборки. Не вызывает никаких нареканий. Затем это внутреннее убранство салона. Посадка по-своему высокая. Хороший внедорожный потенциал. Такие же электрорегулировки для пассажира. Вещевой бокс. Действительно, можно закрыть бардачок на ключ. Видите, здесь надпись Jaguar также. Довольно вместительность, подсветка, руководство по эксплуатации, держатель для ручки. Я считаю, что это замечательный автомобиль. Вот Jaguar, эксклюзивный, с великолепным как экстерьером, так и интерьером. У Jaguar получился очень интересный продукт. Первый кроссовер. И первый, блин, не вышел комом, определенно. Ребята из Jaguar молодцы. Этот автомобиль дарит вам бурю положительных эмоций каждый день. На этом обзор Jaguar F-Pace 2016 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз.